Ключ нашего сегодняшнего прямого эфира в чем? Можно и нужно делать все в данной реальности и заниматься творчеством в том числе. Но, большое жирное но, как это происходит с человеком? Если творчество служит человеку, если человек находится в присутствии, это и есть путь вознесения, освобождения и разотождествления. Если человек служит творчеству, то это раз. И дальше будет только хуже, потому что шедевры будут получаться, либо не получаться вообще, либо крайне редко, а вот эта депрессия в ожидании этой шедевральности будет увеличиваться и нарастать. И потому человек будет очень мучиться от того, что он никак не может запрыгнуть вот в этот вагон уходящего поезда под названием «Путь к славе». Ему все время будет очень хотеться, потому что, по большому счету, действительно, самый главный вопрос, который человек должен задать, я люблю творить, почему? Если никого нет, кому это показать? Нужно ли мне